Жуть жуков. Томские ученые сделали вывод, что слизни и жуки полезнее для человека, чем привычная свинина и говядина. Поиск новых продуктов питания – это часть проекта инженерной биологии. Анна Парпура исследовала новое меню. Вот, собственно, желтый слизень у нас. Скользкий, но питательный. Желтый слизень – еда будущего, считают ученые Томского государственного университета. Они исследовали пищевую ценность беспозвоночных и выяснили, моллюски – лучшее украшение стола. У них небольшое очень содержание жиров. Соответственно, низкая калорийность. Для многих людей это очень важно. Кроме того, у них очень высокое содержание белка. В мясе слизней белка содержится 21-22 грамма на 100 грамм. У мяса сельскохозяйственных животных, в говядине этот показатель составляет всего 18,6 грамм. Заморить червячка ученые также предлагают жуками и их личинками. В двух бронзовках, например, белка, как в куриной ножке, витамины и микроэлементы, которых нет ни в свинине, ни в говядине, а еще корочка хрустящая. Есть волокна хитина. Они улучшают перистальтику кишечника, улучшают деятельность микрофлоры. Хитина в мясе сельскохозяйственных животных нет. Кроме этого, в небольшом количестве в их составе содержатся углеводы. Углеводов тоже в мясе сельскохозяйственных животных нет. Для исследования